Европейские рынки продолжают лихорадить в связи с ситуацией в Китае. Парижская биржа в среду утром в начале торгов пошла на снижение, потеряв более 2%. Падением индексов открылись торги во Франкфурте. В Лондоне котировки упали на более чем 1,5%. В Азии после 2 дней свободного падения шанхайская фондовая биржа пыталась сократить свои потери. В целом торги на китайских фондовых рынках открылись накануне умеренным ростом котировок. Однако сразу же после этого ушли в минус, не оправдав ожиданий, связанных с решением китайского центробанка снизить базовые ставки. Несмотря на переход в положительную зону в начале второй сессии, торги на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже завершились обвальным падением. Индекс Никей обновил свой 6-месячный минимум. Аналитики отмечают, что такое мощное падение, продолжающееся уже 6-й рабочий день подряд, в последний раз отмечалось лишь в ноябре 2012 года.